Так, молик в дарк. Смок на дабл, наверное. Смок на дабл, либо на сингл. А, смок под бомбу. Ой-ой-ой. Хороший угол, забирает он Хампуса, такой раунд можно забрать. Тут команда NIP склонна допускать ошибки в этой ситуации. Ай, Simple здесь открывается на дабл дор, так его перестреливает. Ну все, нипы, забирайте уже этот раунд, 1-3, электроник. Минус Эстор, минус Рес. Афози не делает дела! Афози где? Афози нет. Афоризмы от электроника, в общем-то, только что один, второй, третий залетает. Можно записывать после каждого подобного раунда шедевры клатчей от Дениса Шарипова. Ну что поделаешь, он стоял в одном углу, грубо говоря. То есть у него тут немного-то движений было, но... Включайте Валерчика. Да, но, кстати, он здесь пока один, поддержки не будет. Но он пока справляется у нас с одним, со вторым. Валерий на рампе закапывает уже троих. Давай четвертого сюда. Перфект через винты подключается. Минус по эстаку, который там, видимо, на люркере хотел найти себе минус. Да. Ну и Фози последний, 1-5. Тут раунд на все деньги заканчивается ничем для ребят из NIP. Фози не попадает. Бит оформляет квадрокилл. Монстр на Валере. На точке Б рассказал сейчас, что не стоит, ребята. Не стоит винтили. Флешка. На выход через зиг на точку Б. Перфекта к этому должен быть готов. И не только он. Вот он, первый минус полетел. Флешка была какая-то незаконная от Бумыча. Пловский слепой выпрыгивает на мост. И его оттуда толкает Перфекта. Электроник вместе с тиммейтом работает. Это только хедшоты в этом раунде. И вся команда NIP была уничтожена. 5-0. В бублик. В нуль. В нулину! В нулину выиграли получается. Раунд! В нами нулину! Только что, друзья! В нулину выиграли! В нулину! Да, жестко. Тут жестко. Два человека, которые хотели вообще мост. Залипает на второго. Симпл на размене снова играет. Фоузи на пленте. Переключается на дигл. Ищет еще свой фраг. 12 секунд до конца раунда. Фоузи за плентом. Надо выйти. Это не установка бомбы. Пока что только попытка. Фоузи будет идти отменять бомбу сейчас. Нет, не успевает. Убивает одного. Остался против Симпл тот красный, и он берет АВП в руки. В зуме пытается выйти Симпл. В хорошем расположении отходит обратно на банан. Фоузи будет душить до последнего с этим диглом. Надо поставить хедшот, надо просто попасть в тело, и это получается! Фоузи тащит важный раунд для своей команды, можно выдохнуть. Какая же динамика, какая же рванина в этой ситуации!